Приветствую вас. Давайте подумаем для начала, какие у нас есть исходные данные. То есть вот то, что вы нам дали. С чем работать? Значит, вы боитесь, то есть у вас есть страх того, что ваш муж вернется из больницы, потому что он у вас пьет и курит, и никаких занятий у него нет. У него случилась черепно-мозговая травма. Вот понимаете, совершенно очевидно, что боитесь вы не его возвращения как такового, а боитесь вы, вероятно, чего-то другого, чего-то такого более конкретного, более, может быть, осязаемого, чего-то такого более угрожающего, более конкретного для себя. Понимаете, в чем дело? И почему-то, вот почему-то так вышло, что вы абсолютно никак не отвечаете за то, что это с вами может произойти и случиться, собственно говоря. И вот здесь, наверное, самый главный момент. Почему вы, собственно говоря, позволяете этому происходить? По какой причине вы позволяете этому происходить с вами? Ну вот именно с вами. Ведь есть же, наверное, какие-то причины, по которым вы оказались в этой ситуации, по которым вы стали в этой ситуации, по которой вы продолжаете находиться в этой ситуации. Наверняка. Наверняка. Вот и давайте подумаем. Из чего состоит ваш страх? Ну просто вот, из чего состоит ваш страх, из чего состоит ваши переживания? Конкретно, из чего они состоят? Я думаю, что с этого неплохо бы начать. Для выработки своего отношения. Вам вообще нужно выработать свое отношение к тому, что происходит сперва. Вот. То есть вы боитесь возвращения мужа. Хорошо. Значит, вы не хотите, чтобы он возвращался, и, видимо, не хотите с ним быть, не хотите с ним жить. Вероятно. Если вы не хотите с ним жить, то, вероятно, живете с ним по причине безысходности. То есть, ну, а больше негде, как бы, получается, да, больше негде. Вот. Если вам больше негде жить,
Или если у вас нет выбора, кроме как жить вот с ним только, то вполне возможно, что к этой ситуации вы подходили, ну, скажем так, постепенно к этой ситуации вы подходили. То есть эта ситуация, она образовывалась для вас постепенно. Своими действиями, так или иначе, вы вводили себя в это состояние, в состояние безысходности. Возникает вопрос, что оно вам дает? Это состояние. Оно вам что-то дает. Может быть, нет. Но с этим нужно разбираться. Так или иначе. Поэтому давайте будем это исследовать. Понимаете? Следующий аспект, который, значит, я хотел бы, чтобы вы рассмотрели, это аспект созависимости. То есть, насколько сильно вы зависите от своего супруга. Вообще во всем. Это касается абсолютно всего. Материальной зависимости, зависимости эмоциональной и так далее. Это тоже нужно определить. Возможно, вы созависимы. Если это так, с этим нужно работать. Созависимость убирается через смену поведения, через выстраивание границ. Нет у мужа никаких занятий, кроме того, чтобы пить и курить. Хорошо. Но он же находит деньги для того, чтобы покупать себе алкоголь и сигареты. Значит, деньги у него откуда-то появляются. Скорее всего, вы даете ему их. Значит, нужно либо перестать, либо как-то еще изменить свое поведение. Короче говоря, вам нужно в интернете посмотреть треугольник Карпмана и прочитать книгу Валентина Москаленко «Созависимость. Семейная болезнь». Вот. Эта книга написана специально для тех, кто живет с алкоголиками и там, и так далее, наркоманами там и прочее. Вот. Пожалуйста, это все сделайте. И сформулируйте для себя, пожалуйста, чем именно вы хотите, чтобы мы вам помогли. Какую помощь вы хотите получить от психолога? Помощь в чем? Поменять мужа – это одно. Поменять себя – это другое. Там как-то повлиять на исход этой ситуации – третье. Пожалуйста, подумайте на эту тему. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, постараюсь помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.